Чуть позже глава республики встретился с хоккеистами барнаульского клуба «Алтай». Спортсмены приехали в Чувашию на первенство высшей хоккейной лиги, которая проходит в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Михаил Игнатьев рассказал хоккеистам о развитии физкультуры и спорта в республике, о строительстве спортивных объектов. Гости, в свою очередь, отметили, что большой рывок в развитии хоккея обязательно приведет к будущим победам.